Дагестанский бизнесмен стал жертвой мошенников Московской области. МВД Дагестана совместно с коллегами из Московской области пресекли деятельность преступной группировки. Ранее в дежурную часть полиции по Магарамкентскому району обратился директор местной птицефабрики. Мужчина сообщил, что заключил договор с фирмой на поставку товара и перевел на счет продавца более 2 миллионов рублей. Однако продукцию так и не получил. Полицейские выяснили, что потерпевший стал жертвой группы аферистов. В результате следственных действий задержаны 6 жителей Вологды, занимающихся мошенничеством на территории разных регионов России. По данному факту было возбуждено уголовное дело.